Итак, счет 2-1. Ведет Ким, подает Гаврилов. Да, сейчас уже расслабляться нельзя. Первое очко Ким выиграл. Вот и второе. Блин, хорошо, коротко. Мячик два раза задел стол. Невозможно было по такому мячу, конечно, атаковать. 2-0, его подача. Подает он хорошо. Ой, как здорово, а. Подкараулил. 3-0. Ой-ой-ой. 4-3. Как в бильярде удар, такой щелчок. Гаврилов подает. 5-0. Переход. 5-0, переход. А, не переход, извините. Это если бы счет был 2-2. Это просто 5-0. Гаврилов продолжает подавать. 0-5. Подачу не подал, похоже. 6-0. Угу. Размочил Гаврилов счет, хотя здорово, опять же, Ким сыграл, видели, этим ударом слева. Просто иногда нокаутирует. 6-1. Опять там подал прекрасную подачу, 7-1. Ну что? Да, поймал кураж, похоже. Ким, он так уже этого только и ждал, что вот он выйдет при счете 3-3, сыграет 8-1. Что-то я не понял, попал Гаврилов-то или нет? Так ударил параллельно, но попал все-таки. 8-2, Ким. Мощная, конечно, рука у него. Видно было, так мячик плотно крутился. Тем не менее, 8-3. Надо очко-то брать, 9-е. 8-4, чтобы не было там две свои подачи. 8-3, надо очко брать. Ну, конечно, это все. 3-9. Ну что, 2 очка. Уже все на всех столах давно закончились встречи. Осталась эта единственная игра. Она как на центральном столе, так она и центральная. Вообще, похоже, одна из центральных в этом туре. Еще везет Киму. Продолжает он давить. 10-3. Ну, сейчас уже можем начинать. Можно начинать, наверное. Хотя нет, видите, напряжен Сергей Ласов, Татьяна Кутергина. Ну, вот оно. С победой вас, друзья, с победой. Со счетом 4-3 команда УГМК победила команду ТНК Сорочинск и стала единоличным лидером соревнований, так как, я напоминаю, буквально несколько минут назад команда «Факел Газпром», которая также шла без поражений, до свидания, до новых встреч. И приходите все на настольный теннис в УГМК. Завтра мы играем с командой «Факел Газпром». До свидания.